Заболеваемость в регионе ОРВИ и гриппом растет. За прошедшую неделю к врачам обратились более 900 человек с симптомами простуды, а троим был поставлен диагноз грипп. Показатель заболеваемости превысил эпидпорог на 97,5%. Чаще всего стали болеть школьники и взрослые. Значительное увеличение заболевших отмечено и по другим возрастным категориям. По данным лабораторного исследования, в регионе зафиксированы вирусы сезонного гриппа А и единичные случаи гриппа Б. На карантин закрыты несколько классов в поселке Искателей, в первой школе, два класса во второй и один класс в четвертой школе. Также до 25 февраля остановлен образовательный процесс в средней группе Центра развития ребенка номер один. Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют избегать переохлаждения, массовых мероприятий, больше употреблять пищу свежих овощей и фруктов, проветривать помещения и делать влажную уборку, а при первых симптомах незамедлительно обратиться к врачу.